как для нас это начиналось? На закладку первого камня я не попал. Я попал уже, когда терминал, первая часть была готова, и заканчивался монтаж рафинации. Это был сентябрь 2006 года. Очень долго мы шли сюда, прошли очень длительный отбор, по 4-5 собеседований проходили, но в конце концов мы сюда попали. Учили материальную часть, технологию, потом приехали иностранные специалисты, которые должны были помогать нам в запуске рафинации. Ну, монтаж закончился, и было такое большое собрание, приехал генеральный менеджер, нас собрали, там вот был синий вагончик, который был и раздевалкой, и бытовкой, и офисом. Собрали всех, генеральный менеджер выступил с пламенной речью, рассказал, что вы лучший из лучших, которые нам только удалось найти, какие надежды возлагает нас компания. И, значит, началась пусконаладка, работали долго и много, упорно, не все получалось. Но благодаря упорному труду и нашим знаниям завод заработал. Всем вас поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо, Владимир Николаевич.